будет выполнять этот пенальти. Оба за Ашанти Голд в чемпионате Ганы выступают. Трауре против Дауда забивает. И еще становится 2, и уже успел получить соответствующую его позиции и амплуа желтую карточку. Он выступает за клуб Ашанти Голд. Я напомню, что Ашанти Голд представляет голкипер сборной Ганы Абу Фатаву Джикари Джеконе. Мяч уже у буркинийцев. И передача вдоль фланга. Выходит на нее Москва 2 само. Да, вот из-за того, что так рано в матче получил травму Джон Пейнсил, сборная Ганы в середине поля, как Ква 2 само, он перешел играть на левый фланг обороны. Ну и не так уж часто мчался вперед, хотя в одном из эпизодов, особенно в первом тайме, помните, какой шанс он подарил Асанте. Но все равно его атакующий потенциал лишь отчасти используется именно из-за вот этой замены принципа. Панцер. Асанте. Кане успел поставить корпус перед Яном. Кулма. Это может рвануть, но нет. Отдает передачу на Трауре. А Трауре утыкается в корпус 2-2 само. Помнится, в групповой стадии в матче против сборной Мали. И тогда, когда надо, и тогда, когда особой необходимости в этом не было. Лапа. Или же Петройпа. Складывается ощущение, что силен. Причем Руампа. Все самое опасное вне основного времени матча происходило у ворот сборной Ганы. И еще момент! Бакари Коне направлял мяч. Одна из последних атак сборной Ганы. Опасный момент!